Итак, всем доброго дня. Сегодня легкая статья. Изучит она, что такое грунтовка. И зачем вообще нужна грунтовка. Грунтовка – это специальная жидкость белого цвета. Сейчас открою. Можно видеть. Белого цвета. Я бы сказал, даже очень белого. Похожая на клей ПВА, только очень жидкая, как вода. В состав ее входят специальные связующие составы. Такие, как различные дисперсии, как натуральные, так и химической промышленности. То есть здесь вот идет на данной грунтовке идет стирол, акриловая дисперсия, то есть в ней присутствуют акриловые клеи там и так далее. Также здесь есть вода и целевые добавки. Скажем так, целевая добавка — это может быть добавка, которая борется с грибками. То есть грибки, которые есть у вас на стене, вполне могут быть убиты этой грунтовкой. Как видите, она экологически чистая, то есть она не выделяет никаких вредных веществ. Скажем так, строительные грунтовки мало когда выделяют какие-то вещества. То есть промышленные грунтовки, они могут быть основаны на металле, там, на свинце или еще на каких-то других металлах. Но строительные грунтовки, они немножко заточены под другое. И они не выделяют вредные вещества. Я вам советую наносить грунтовки на любом уровне, скажем так, ремонта. То есть вот, например, вот видите, у меня здесь стена уже отшпаклевана, сверху вот здесь вот нанесен слой флока. Вот если бы я сюда наносил флок, нужно было бы вот эту часть обработать грунтом и только после этого наносить флок. Это бы уменьшило клей флока, то есть флок наносится на клей, а также уменьшило бы, ну, наверное, даже сам материал, потому что впитываемость этого слоя была бы меньше, тут была бы сверху образована пленочка от грунтовки, и, ну, соответственно, клей и флок лег бы меньшим слоем, чем если бы это было без грунтовки. Грунтовка улучшит, скажем так, характеристику вот этой поверхности, она проникнет вглубь, запечатает все неровности и ляжет таким тонким верхним слоем. То есть здесь уже не будет ничего как бы махриться и так далее. Этот слой может достигать 0,1 мм, то есть 10 микрон. Вот. Также я вам советую делать на всех стадиях ремонта грунтовку. То есть первый — это штукатурка, то есть на черновую стену наносим грунтовку, запечатываем. Дальше штукатурка, после на штукатурку опять слой грунтовки, шпаклевка. На шпаклевку слой грунтовки уже чистовое, как бы чистовая отделка. Будь это, как вот у меня, флок, будь это обои, либо покраска и так далее. Грунтовка — это вообще очень, скажем так, нужный материал. Стоит она относительно недорого. Вот эта вот канистра 10 килограмм, она стоила, по-моему, если не ошибиться, рублей 300. Но эффект от нее достаточно большой. Причем расход у нее, ну вот видите, вот расход, сейчас вам покажу, 90-140 грамм на метр квадратный. Конечно, все зависит от того, сколько и какой у вас материал. Если у вас газобетон, то расход, конечно, будет намного больше. Наносится обычной кисточкой и валиком. Там видно тоже. Вот. Просто красим стену. Да, стену надо сначала очистить. Вот, а потом наносим валиком или кисточкой. Можно даже поляризатором. Она морозостойчивая.
устойчивая. То есть можно применять и для внешних стен. Вот такая вот статья легкая, грунтовка, вещь отличная, всем советую. На этом все. Читайте наш строительный сайт.